Федя, с победы, с первым голом. Что можешь сказать про сегодняшнюю игру? Во-первых, хотелось поблагодарить всех болельщиков. Потрясающая атмосфера сегодня была на стадионе. Ну, это классно играть, когда тебя поддерживает весь стадион, 20 тысяч, и тем более, играя за сборную, побеждать и забивать, это дорогого стоит. Это твой первый гол. Переживал ли ты там или, может, нервничал за того, что не было еще первого гола за сборную? Да нет, как-то абстрагировался от этого. Понятно, что где-то в глубине души, конечно, хотелось уже закрыть этот гештальт. И очень рад, что именно в этой игре получилось это сделать. Что сделаешь с футболкой, в которой забил первый гол? Подаришь кому-то или дома оформишь красиво? Нужно подумать. Но оставлю себе пока. В целом, что можешь сказать про Камеруна, про соперника? Очень хороший соперник. Понимаем, что не вышли там пару футболистов стартового состава, но тем не менее очень крепкие ребята, хорошо физически готовые. И опять же говорю, что мы к ним подготовились, и я считаю, что моментов было предостаточно. И заканчивать эту игру с более крупным счетом, но для болельщиков это была интересная игра, я надеюсь. Самое главное, что мы их наконец-то порадовали. И последний вопрос. Вы перед матчем стояли с Гаэлем Ондуа, обнимались, общались. Давно знакомы? Да, уже очень давно знакомы. Каждый зимний отпуск играем вместе в футбол. Вот, и очень добрый человек и хороший друг. Так что про него, ну, я думаю, про него никто плохого не может ничего сказать. Реально максимально позитивный, всегда открыт тебе. Так что буду ждать его зимой, чтобы поиграть еще. Спасибо.